Прив, чё дел, и сегодня мы с вами будем сочинять джент. Скажу сразу, дело не хитрое. Нужно освоить два приема игры на гитаре. Это играть нолик и играть крестик. Собственно, вот и все. Освоив эти два приема игры на гитаре, вы можете играть джент. Надо просто чередовать крестик и нолик в любой последовательности, которая вам захочется. В принципе, можно уже приступать, но мне в комментариях к одному из предыдущих видео предъявили за строй гитары. А так как я живу в неспокойном районе, я решил перестраховаться в этот раз и гитару настроить, как подобает по канону. И я настроил гитару в дроп-D. То есть, что это значит? Что шестая струна звучит как четвертая, но на октаву ниже. Ну все, теперь, когда я перестраховался и ничего моей жизни не угрожает, давайте начнем.